После перерыва Сибирь уступила в двух матчах Минскому «Динамо» и Омскому «Авангарду» с общим счетом 1-10. В игре против мячей новосибирцы отлично играли два периода, но развалились в третьем. В первом матче после перерыва магнитогорцы уступили соседям из Челябинского «Овертайма». Однако подопечные Воробьёва на выезде играют куда лучше, чем дома. Из 10 гостевых матчей уральцы набирали очки в 8 матчах, а выиграли его все 7 гостевых встреч, в том числе и ЦСКА, Локомотив, Автомобилист и СКА «Прогноз». В целом у снежинок дела не очень важны. Нестабильно играют финские легионеры, Сетери перестал выручать, Руахома 5 шайб в 23 матчах, и Паустинин не забивает уже 6 матчей кряду и очень серьезно просел в отличие от прошлого сезона, не оправдывают ожиданий, которые на них возлагались. Ярмака сыграл в матче с «Авангардом» всего лишь первую игру в сезоне, поэтому о нем рано что-то говорить. Остальные звенья состоят из бегунков, у которых большие проблемы с реализацией моментов. Пятидневный перерыв между играми, связанный с очередным уходом Якирита на карантин, должен помочь магнитогорцам не только зацепиться за очки, но и попробовать выиграть в Новосибирске. Поражение в октябрьском матче наверняка придаст магнитогорцам реваншистские настроения, тем более что на выезде магнитогорцы, предпочитая играть вторым номером, дают лучший результат. Сибирь без своего шестого игрока болельщикам в Новосибирске разрешено заполнять трибуны только на 25%, представляет собой меньшую игру, что уже сказалось в предыдущих домашних поединках.